В общем, за глобальную карту решил я в этот раз не собирать тяжика 8 уровня, решил 7 ПТшку собрать. И вот, долго не играл, решил посмотреть, что же там мне дали за танк. Понятно, повесил на него какие-то там сеть, какие-то досылатели, там не знаю, что-то, что было. Экипаж с Т-30 пересадил, даже не переобучал, то есть... Не знаю, по урону смотрим, что у него 240 единиц, 219 пробития на голде, 275 пробития, скорость 1200, хорошая у него, кумулит, и осколочно фугасный, ну такое, понятно, не близка только ЛТшек, вот. Так, ну что ж, посмотрим. Что он из себя представляет? Да, там в чате чувак смешно написал, кто поедет во взвод. Опа, я обнаружил ЛТ и не свечусь. Так, стоп. А башня не крутится. Привет. А вот теперь за свет, да. Теперь за свет. Тошечка, 34-ка. Ух, ЛТшка наглая. Блин, какое долгое сведение. Блин, ладно. Подготовимся. Здесь его подождем. Сводимся, сводимся. Оп! Есть! Так, ну по идее уже должен был отсветиться. Вот ЛТшка у нас, вот у нас ЛТшка тупит безбожно. Опа, а вот это Е25 блайндит. Я даже знаю, где он стоит. Лампы не было, значит, я не светился. Нет, не успел. Дуло не очень быстро вроде крутится. И башня так. Чуть-чуть у него, видите, есть вправо-влево какой-то люфт. Там же 25-ка стояла, наверное, где-то вот там. И низенькая она, да? Ну такое, наугад. Не светимся. Вот ЛТшка шотная. Куда ты лезешь? Тебя ж видно. Вот куда ты лезешь? Бумс. Все. Минус ЛТ. Минус ИС упоролся. Минус ЛТ. Ну и у них ЛТ упоролся, который туда упарывался. Т-4 у нас уже шотная в центре. Суперчафи стоит, ну хотя бы пускай живет. МХ. Аккуратный у них МХ. Не хочет лезть. Читошка. Мало здесь угла не хватает, не видно, да? Поломаем дерево. У нас с центра было тяжелее просвечивать. О, вот она. Читошечка, держи тебя. 246. 236. Фаза света. Вот кто ему кромбель дал. Ну, пушечка достаточно неплохая. Ой-ой-ой-ой, двигло сломали, срочно чиним. Трещерка так там... Не, он переехал, он переехал.
Ну что ты 15 наполучался, стоит, блин. Вот капец. Он должен был там карать, ехать убивать эту чито Е25, просто карать. 12 тоника я попал, да? Отвернулся, не так, не так, не видно, да. Извините, ребят. Прозевал. Один четыре горит. 1-4. КС тоже шотная. 2-4. 3-4. Все-таки в городе там помогли ребята с Сетра, и все, КС умирает. 3-5. Не хотят ребята, да, слева идти туда убивать чито. Кто у них не светился, с исто не светилось, да, еще. Но нам нет смысла куда-то поколониться. С одной стороны. Стоять, что делать? Поблайдить, может, дать еще снарядов хватать. А, вот они ломанулись. Они ломанулись. Ну, давай, читошка, давай, поднимайся. Читошка должен умереть. В смысле, еще живой. Давай, 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 давай. Не попал. Капец. Как? Но не засветился. Не засветился. Так, ну что, пора забирать ЛТшку. В городе наши ребята боятся рисковать что-то. Что там у нас? Там шотные КВ2. Ну как шотные? Смотри, для кого шотные? О, Ишка у нас. А Ишка мог тащить. Тигра должны хоронить были вместе с Исухой. Отменялись. Тут ЛТшка. Где? Вот она. Умирай, ЛТшка. Есть. Все, ты 15. Молодец. Опа, поломали гуслю. И арта отстрелялась. Повезло нам. Ой, тигрюля, ты здесь стоишь, малыш. Давай поиграем. Давай, давай. О, на гусле. Забираем. Сразу минус 2, этого 11-7 уже в нашу пользу. Ну, мы центр отжали, сразу наладилось все. Тут надо ждать Кромвеля. Потому что Е25 и Сушка, ну не засветятся они, не засветятся они, блин, отсюда никак. Они нас пересветят, если мы будем подъезжать. Нужно более быстрый танк. Вопрос, где арта? Арта вроде кидала где-то с шестерки, с семерки, блин. Не попадала, по-моему. По сплэшу вроде. А, вот она. Нам ее не видно. Кромвель молодец, Кромвель делает ветер. Блин, ну 43-го вообще, по-моему, очень хорошая. Он хорошо светит.
А если сейчас просветлён-то? Тут где-то да, стоит, нет. Ох, 34-ка. Попаду. Не попал. Слишком медленно летит снаряд. Сушечка, сушечка. Оставьте мне чуть-чуть. Спасибо. Все. Очень быстро он помирает. Держи, успел. Ну, по сути, все. А вон она, ешка. Не, если бы я стоял на месте, может, я бы не расстрелялся. Ну, это такое все относительное. Хоть бы чуть-чуть урона нанести. Походу пока доберем копеечки. Захват цели и 15-7, горели 1-4. Ну, в принципе, центр помог городу. И это зарешало. Они центр отдали, ВП-шка умерла там. ЛТ-шка больше ничего не делала. Ну, спасибо за просмотр. Отличный бой.